как я устал путешествовать и сражаться со сверхъестественным во всех его проявлениях. Так странно, что я выбрал изучение фольклора и мистицизма. Я так мало знал и со временем превратился в Патрика Гэллуэя, человека с безграничными знаниями всего оккультного. И еще до того, как я осознал это, люди со всего света стали платить мне за исследование всевозможных странностей. Пока не платят мне, я буду разбираться с этим. Забавно, впрочем. Чем больше я узнавал, тем отчетливее понимал, что есть силы, не подвластные человеку. Существа, которые невозможно описать человеческими словами. Существа, от мысли которых у меня мурашки бегут по коже. Я сбежал из Ирландии и пребывал то в Лондоне, то в Париже, без какой-либо особой цели, пока не началась мировая война. Я поступил в спецотряд, в чью задачу входило вышибать страхи суеверных фермеров, поступавших в ряды армии. Мой командир, Иеремия Ковенант, вел наш отряд на охоту в этот лагерь. Мы попали в засаду. Они высыпали из кустов, размахивая мечами и завывая, как банши. Я увидел их главаря, держащего над головой странный камень и отдававшего приказы на странном языке. И когда я уже был готов нажать на курок, он посмотрел прямо на меня. Из его рук вылетела зеленая молния и ударила меня. Я очнулся в госпитале. Мне сказали, что Иеремия и отряд ушли без меня. Но он оставил мне на сохранение камень шамана. Я не придал этому большого значения, пока я не вернулся сюда и не нашел письмо, которое Иеремия написал мне почти 6 месяцев назад. Он просил меня вернуться в Ирландию и помочь ему. Это не совсем то, чем мне хотелось бы заниматься. Это может привести меня к гибели. Впрочем, он спас мне жизнь, и я его должник. Надеюсь, еще не слишком поздно. Thank you.
старый боевой приятель Иеремии, да? Конечно. Я Патрик Гэллоуэй, друг Иеремии. Прошу прощения, что задержался. В письме говорилось о чем-то срочном. Иеремия уже начал беспокоиться, что письмо не дошло к вам. Скажу вам, он очень был обеспокоен. Мы все так волнуемся. Иеремия сейчас в постели. Идите за мной, и я покажу вам его комнату. Прошу прощения за беспорядок, но у нас почти не осталось слуг. Иеремия уволил всех, а этот дом слишком велик. У нас нет электричества почти во всем доме, оно есть только в жилых помещениях. Эта семья пережила столько трагедий. Надеюсь, вы сможете помочь ему. Патрик, ты приехал? К твоим услугам, Иеремия. Прошу прощения за задержку, но я был за границей. Что случилось с тобой? Похоже, я попал под внимательный взор жнеца, друг мой. Это было так давно. Видимо, слишком давно. Ох, Патрик, я вернулся с войны и нашел мое имение в полном беспорядке. Сначала исчез мой брат Арон, а затем моя сестра Беттани. Мое здоровье ухудшается из-за старых военных ран, и, к несчастью, эти последствия необратимы. Но я вызвал тебя не за тем, чтобы ты наблюдал мою кончину. Мне нужна твоя помощь. Все, что в моих силах, только назови. В имении стали твориться странные вещи. Сначала сбежали несколько слуг и забрали с собой, сколько могли унести. Остальные быстро последовали за ними. Стали ходить слухи о проклятии моей семьи. Я не думаю, что это простое совпадение, что странные вещи стали твориться чаще после моего возвращения с войны. Я хочу добраться до сути происходящего, но я слишком слаб, чтобы расследовать все самостоятельно. Я полагаюсь на тебя, на твою помощь. Конечно, Иеремия. Единственная причина, по которой я здесь, это помочь тебе всем, чем смогу. Спасибо тебе, Патрик. Что это, черт возьми? Похоже, это где-то внизу. Я проверю. Запри за мной дверь.
заклинило. Заклинило.